Всем доброго дня. Как я и обещал, значит, проверил я вот эти вот китайские бандиты по 240 рублей. Заказывал я их вот здесь на интернет-магазине. Вот оно, 240 рублей. Доставка, итого вышло 2700. Ну что, работают эти бандиты, как те гранаты у фашиста. 50 на 50. Причем я пробовал поиграться с петелькой и так далее. Ничего подобного. Выкидывает его. И все. То есть цвета хорошие. Все, вот он гремит. Вроде бы все нормально. Но еще раз говорю. Работают они 50 на 50. И еще что я заметил. Значит, начал сравнивать. Лопата. Вот если мы берем китайца, вот она, видите, такая вот лопата. У оригинала она чуть меньше здесь загиб кверху, чем у китайца. Вот. Но могу сказать, что вот на этот вот бандит одного судачка я поймал. Но больше экспериментировать я не стал с ними. Ну, просто было не до них, потому что весной хотелось все-таки половить рыбу. Соскучился я по рыбалке, поэтому чуть-чуть я их пополоскал. Скажу, что на ваше усмотрение, в общем. Хотите, попробуйте. Но у меня вот эта вот коллекция сработала 50 на 50. Хотя вся фурнитура, колечки, тройники, очень даже хорошая. Всем спасибо. Удачи на воде.